Скажи, а ты когда в Чечне был, у тебя было такое, что каждый вздох может быть последним? Нет, конечно, сынок, конечно, нет. А тут пиздец. Но я постараюсь приехать. Тут очень много думать начинаешь по-другому. Ты бы знал просто, как жить охота. Верю. Это вообще не фильм, это, блядь, не девятый рот, а нихуя. Тут ноги руки летают, блядь. Сука, ненавижу этих хохлов. Мы первые стоим. Дальше нас Я никого знаю. нет, сзади нас никого нет. В любой момент прилетит, все, пиздец. У нас тут осталось, блядь, от дивизии вообще хуйня ебаная. Ты просто не представляешь, как здесь страшно, блядь. Одна мысль о том, что, блядь, тебя родители будут хоронить где-то, блядь. За что мы идем, блядь, я не понимаю. Ты мне объясни, вот хотя бы ты, за что я воюю, блядь. За что я пришел в эту Нет, Украину, блядь. ни за что, ни за За что. что мои пацаны здесь умирают? Ты знаешь, сколько 200? Это второй Афганистан. Я просто не понимаю, почему Путин сказал, ти, блядь, что произошло? Они ебашут нас, как суп последних, мы их ничего не можем сделать. Я водку тонну пью, она не помогает. Ты меня, если что, Понятно. извини, пожалуйста, лучше заранее извиниться. Даже не думай. Там за контракт деньги дадут, ты долги мои раздай, самое главное. Эй, И главное, чувак, ты давай херню не морозь. Ты, блядь, знаешь, сколько я 200-х, сука, положил в КамАЗ? Я не знаю, что было в Чечне или в Афганистане, блядь, но тут вообще пиздец творится. А я Я знаю, что понимаю, ты если бы на не... Россию напали. Я бы вставал бы, я бы стеной был бы за всех. А я не понимаю, куда я пришел, в какую страну я пришел. Они же все наши братья бывшие. Они же люди, они же на русском говорят. Нахуя это все, я понять не могу. Я не могу ответить на этот вопрос. На безумец, как шампур двуглавого орла, чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла.